Авиамоделирование – занятие для усердных, поэтому здесь остаются те, кто умеет выполнять кропотливую работу. Точные измерения, аккуратность и осторожность во всем. Наблюдая, как увлечены 11-12-летние мальчишки, можно представить, из них вырастут основательные мужчины. Вот как их наставники, к примеру. Когда-то они и сами мальчишками пришли в авиамодельный клуб и заболели крыльями на всю жизнь. Первое – это работа в коллективе, работа над собой, потому что спорт, он подразумевает работу в команде, командный спорт. Вот они у нас сейчас есть ребята, которые уже закончили планера делать, начинают модель делать. Те, кто уже крылья делают, помогают ребятам планера делать. Наставнику Павла Ширшина Анатолию Николаевичу Новушу уже далеко за 80. Когда-то, приведя сына в авиамодельный кружок, он и сам увлекся этим делом, потом учил других. Сегодня он здесь скорее как эксперт и советчик. Помогает ребятам, делится знаниями и опытом. Это меня радует, потому что я отдал этому порядка 30 лет. Сколько моделей я сделал, пересчитать трудно. Но у нас это дело шло, так сказать, в более кустарном порядке. Сегодня у авиамоделизма новая жизнь, новые возможности. Вот, к примеру, детали для модели теперь вырезает станок. В данный момент, значит, это устройство делает набор заготовок для детей, которые в том классе занимаются, чтобы они уже более быстро и качественно собирали самолеты и не тратили лишние часы по сборке. В этом же классе занимаются ребята постарше – инженерии. Сергей Титаев пошел по стопам отца, но уровень знаний обещает в будущем быть глубже. Я умею чертить некоторые фрагменты, то есть вот нервюры, например. Это все сделал я своими руками. Но начинал Сергей с того же, чем сейчас занимается его младший брат Кирилл – с простого. Такие вот модели, которые я сейчас собираю, это пилотажка. Ее нужно еще приложить усилий. Наставники своим цепким взглядом довольно быстро распознают, кто из юных авиамоделистов на что способен. Вот этого мальчугана здесь именуют не иначе, как Сергей Сергеевичем. Уважают. Что здесь мальчишкам нравится? Ну, вообще, конструировать, а потом летать на самих моделях. А что интереснее, конструировать или летать? Кому как. Тебе? Мне. Не знаю, мне и то, и другое интересно. Возродиться клубу помогла районная администрация. Авиамодельный спорт требует финансовых вложений, но дети занимаются здесь бесплатно. Вот этот моторчик стоит 14 тысяч рублей. Но если бы администрация нам не финансировала, мы не могли бы его приобрести. Это еще моторы старого образца, так называемого ленинградского завода. Этим моторам уже 20-30 лет. Просто из закромов кто-то выставляет на продажу, нам их покупают или отдают, люди приносят. И дети могут на них учиться летать и тренироваться. Помещение вот сейчас нам пообещали еще одно получить, потому что сами видите, все сейчас сидят плотно. Пообещали новое помещение нам выдать, чтобы было легче заниматься. Вот от таких самых простейших планеров до серьезных радиоуправляемых моделей – всему этому здесь могут научиться ребята под руководством опытных наставников. Наставники клуба «МИГ» приглашают мальчишек в свои ряды. Знания, полученные здесь, пригодятся в будущем любому мужчине, а интерес и впечатления останутся на всю жизнь. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.